Всем привет! Сегодня мы приехали в крупнейший ботанический сад Лондона. Называется Kew Gardens. Это королевский ботанический сад. Сады созданы аж в 18 веке и включены в список наследия ЮНЕСКО. Приглашаем вас отправиться в этот мини-тур по ботаническому саду вместе с нами. Погнали! В этом саду более 30 тысяч растений. Ребята, сейчас мы подходим к пальмовому дому, который был построен в 1848 году. И здесь фишка в том, что у него какая-то особенная конструкция, и стекла как-то особенно обработаны таким образом, чтобы внутри растения не перегревались от солнца. У меня очки запотели сразу же. Как здесь влажно. Там тропики, тропики. Прям капает все. Вы когда-нибудь видели кокосовую пальму вживую? Мы в джунглях. Никогда вживую не видел, как бананы растут. Поднимаемся по лестнице. Тут температура с каждым шагом увеличивается, как в сауне. Как здесь прохладно. Ой, а запах какой здесь! Здесь вообще сумасшедший запах. Роз. Тут просто 100 с лишним гектаров вот этих вот растений. Представляете, сколько их здесь? Что самое интересное, все эти пальмы, все эти растения растут под открытым небом круглый год в Лондоне. Обратила внимание, здесь очень много делают скамеек в память о ком-то. Вот здесь вот даже вот табличку пишут. Память о там какой-то вот женщине Дебби Хопкинс, которая любила вот эти сады. Ну как-то вот увековечить память о человеке и сделать при этом доброе дело. Это наша колючка. Казахстанская колючка, которую верблюды кушают. Опа-на, нашли мак. Только никому не рассказывайте. Мы сейчас идем в Temperate House. Это аналог того пальмового дома, где мы уже были, но он вдвое больше, чем тот пальмовый дом. 1899 года здание. Тут все растения и внутри, в зданиях, и на улице, они все подписаны. Можно подходить, читать, изучать. Здесь, в отличие от той оранжереи, приятно находиться. Здесь нету такой влажности. Прямо в этой оранжерее какой-то цирк устраивают. В буквальном смысле цирк. Тут акробаты. Все здесь аккуратно, прям ни соринки, ни травинки. В общем, до середины лета приходить в ботанический сад не стоит. Приходите во второй половине лета, когда все поспеет. А вот это вот Великая пагода называется. Она аж в 18 веке была возведена. Аллея над верхушками деревьев. Высота над землей 15 метров. И протяженность этого мостика 200 метров. То есть он идет так по кругу. Мне очень страшно, потому что я боюсь высоты.
Шел четвертый час. Мы очень сильно проголодались. Очень сильно. Очень сильно. Очень. Мы нашли кафе. Блин, я сейчас лагман хочу. Ну все, покушали. Силы вернулись. Там какой-то ребенок шумный очень. За нами сидит. Снова в каких-то джунглях. Там тропические плотоядные растения. Ренат наивно полагал, что здесь пасека целая. Так это даже не похоже. А это инсталляция, оказывается. На Экспо в 2015 году в Милане было представлено. Еще звук, как в Ули. Друзья, нам понравилась сегодняшняя прогулка в Kew Gardens. Надеемся, что вам тоже. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки, комментируйте и делитесь ссылкой на наш канал с другими людьми. Всем пока! Пока!